Продлить ее строго на юг на 9 километров, то линия приведет точно к храму Василия Блаженного на Красной площади. Конечно, это совпадение, но очень интересно. Главный вход на выставку находился совсем не там, где сегодня. Направление можно определить по скульптурной группе «Рабочие колхозницы». Так как экскурсии на выставку начинались ранним утром, вход спроектировали таким образом, чтобы восходящее солнце ярко освещало стальную статую. Растениеводство, экспонатные посадки, образцово-показательные поля и сады. В центре этой зоны стояла... В этом году площадь выставки выросла до 206 гектаров. Количество павильонов увеличено. Северный вход. Сдвоенная центральная арка подчеркнута лепным растительным орнаментом, покрашенным...
Thank you.